в роддом за 5 минут. В Кишиневе правоохранители помогли добраться до родильного отделения будущей маме, у которой в дороге начались схватки. Она сама попросила о помощи сотрудников МВД, которые обеспечивали порядок на улице Градина Ботаника. Схватки у женщины начались поздним вечером в понедельник. Попросив о помощи, она села на заднее сиденье своей машины. Водительское кресло занял один из полицейских, а его коллега ехал впереди и обеспечивал свободную дорогу. Правоохранители доставили будущую маму в больницу всего за 5 минут.